ため息の出るようなあなたの口づけに約束は二人だけの秘め事ため息が出ちゃう恋の喜びにバラ色の月日よ初めてあなたを見た Здравствуйте. «Каникулы любви» – пожалуй, самая известная японская песня. Она появилась у нас в начале 60-х годов, а вскоре, получив русский текст, который написал Леонид Дербенев, прочно утвердилась на нашей эстраде. Кто только ее не пел, и даже спустя 20 лет она вновь воскресла у группы «Мистер Твистер». Да, это был 100-процентный шлягер сестер Пинац, чьи песни мы сегодня и слушаем. あの人と二人で幸せを見つけたの昨日の夜あの人と二人で捕まえた幸せの尻尾ラララララ
Песня японского композитора Накамура «Кусочек счастья». Но уж не кусочек счастья выпал сестрам Пинатс. Они были неимоверно популярны в Японии, а всего одной песней покорили нашу страну. И, кстати, не только нашу. Когда в Японии в 64-м проходила Олимпиада, то Пинатс одними из первых были включены в культурную программу этого мирового спортивного праздника.誰かさんと映画見たでしょ。あなたは浮気な恋人なのよ。気にしてないわよ。あんたなんか関係ないもん。そうでしょ。今頃開始してもダメ。やってけないわよ。私はだから遊ぶのは一緒に。遊ぶのは嫌。浮気な恋人大大嫌い。昨日誰かさんと でしょ。あなたは浮気な恋人なのよ。気にしてないわよ。あんたなんか関係ないもん。そうでしょ。今の若い紳士ってもダメ。やってけないわよ。私はだから本気で愛して Пинатс, что в переводе означает «орешки». Это псевдоним двух сестер-близнецов Эми и Юми Ито. Они родились в 1931 году, а в 18 дебютировали в одном из клубов родного города Нагоя. Тогда их репертуар состоял всего из 4 песен, одной из которых были наши подмосковные вечера. В Японии, надо сказать, вообще популярны русские песни, и не только на эстраде. Те же 60-е годы нам не раз показывали по телевидению самодеятельные хоры любителей русской песни. Ну а у нас сейчас песня того же Накамуры, песня близнецов. Я и я. Oh,
Сестер Ита заметили, и вскоре их голоса зазвучали по радио, телевидению, на пластинках. Вот тогда-то они и взяли псевдоним Peanuts. Помимо чисто эстрадных песенок, Peanuts обращались и к традиционной японской песне. Когда-то журналист Владимир Цветов открыл нам Японию с ее культом красоты. Прошли годы, и сегодня Акунин через своего героя Фондорина вновь погружает нас в эту загадочную страну. А я держу японский диск Peanuts и поражаюсь одним только названием песен. «Колыбельные пяти деревьев», «Тень цветка», песня «Сакуратай», «Ночная мелодия» из «Китаками». Право, звучат как стихи. Слушаем песню «Вечерняя примула». В 60-е годы во всем мире отмечены взлетом итальянской песни. Не обошли ее и сестры Peanuts.
Сами сестры Пинац объясняли секрет своей популярности следующим образом. Своей популярностью мы обязаны прекрасным песням, пришедшим в Японию из Италии и Советского Союза, из Франции и Латинской Америки. Вот одну из песен Латинской Америки сестры и представляют. Один из супершлягеров 50-х-60-х годов «Маленький цветок» пришел из Франции. Принадлежит он джазовому саксофонисту из Америки Сиднею Беше, переселившемуся в эту страну. Первоначально это была джазовая пьеса, но вскоре «Маленький цветок» шагнул на эстраду к саксофонистам и кларнетистам, а затем и к певцам, обретя текст. Вот это уже действительно уникальная запись «Маленький цветок» у сестер Пинац. その名のように。
60-е годы многие японские артисты гастролировали в нашей стране, однако сестры Пинас никогда у нас не были. Но вот ведь парадокс, из всех японцев именно они были самыми популярными и любимыми у наших слушателей. Когда-то она не пропускала ни одного эстрадного концерта. Самый музыкальный журналист Перми Александра Лаврова писала смелые рецензии на выступления звезд, невзирая на их величину. Ее статьи имели отклик не только у читателей пермской прессы. К мнению критика прислушивались Эдита Пьеха, Алла Пугачева, ансамбль «Песниры» и многие другие знаменитые певцы советской эпохи. В ее архиве немало историй о судьбах исполнителей и их песнях. Поэтому ей всегда есть что рассказать своим радиослушателям.